слов изящного музыкального признания Филиппа и Ани Лорак, атмосфера на съемочной площадке накалилась до предела. А ведь впереди, ближе к самому финалу съемок новогоднего «Голубого огонька», Алла Пугачева с новой песней и, похоже, с песней глубоко автобиографичной. Но это лишь подогревает интерес к тому, что пока скрыто от глаз и что будет на главной новогодней сцене телеканала «Россия». Правда, снять на камеру удалось лишь фрагменты той самой автобиографичной песни. Самое интересное в выступлении Примадонны скрыли, чтобы сохранить тайну до самой новогодней ночи. Кручу, верчу, а тебе все нравится. Готовя эту композицию, Пугачева то и дело искала глазами своего спутника и просила ассистентов высыпать на стол как можно больше золотого дождика. Как выяснилось позже, для этой, возможно, главной песни «Огонька», спетой Аллой Борисовной с глубоким чувством, использовали весь оставшийся реквизит «Золотого дождя» на Мосфильме. Нужно признать, что ради непринужденной естественности и любви к зрителю, источаемой народной артисткой, продюсеры, режиссеры, операторы шли на все, лишь бы праздник вышел незабываемо.